Здесь строится обводная линия метро, будет наземное метро. Вот так она будет выглядеть в перспективе. Это какой район? Сергелийский район. Спутник 2. Ну вот, видите, как далеко все будет строиться, очень быстро, практически. Так что новое воздушное метро. Наземное. Прошу прощения. Обещает к концу года 19-го запустить. Так что пользуйтесь услугами нового метрополитена в Ташкенте.